Сегодня хочу с вами поделиться очень мощным обрядом, который делается на убывающую луну. Этот обряд от неприятностей, поэтому неприятности у нас разные, выбирайте любую. Для этого нам потребуется ваше воображение или ножнички. Мы встаем и представляем внутренним взором, что от нас идут как какие-то ниточки, которые ведут нас к неприятностям. Может быть, у вас их много, этих ниточек, это не важно. Сколько мы смогли представить, столько и смогли. Потом мы прочитываем заговор, и при этом мы режем. То есть вот берем ножниками и вот отрезаем эти ниточки, которые как бы от нас тянутся. Проговаривать их нужно 9 раз. Каждый раз разрезать между вами и проблемной ниточкой, этой, которую вы нашли. И так делаем 3 дня. Иду, иду, веду, веду, заведу, запутаю, в молитву закутаю, именную беду, глаза отведу, любой дорогой пройду и беду отменю. Для энергообмена подпишись на меня, поставьте лайк, сердечко, в комментариях напишите «принимаю». Поделитесь этим видео. Удачи и процветания.